Омские студенты, поисковики, студотрядовцы, молодые общественники и юноармейцы приняли участие в патриотической акции по благоустройству воинских захоронений. На Староссеверном кладбище, где покоятся 585 солдат и офицеров, умерших в военное время в омских госпиталях, ребята собрали опавшие листья и ветки. Акцию по благоустройству захоронений приурочили ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря. Вместе с молодежью в ней поучаствовал герой России Андрей Тимошенко. После уборки все участники акции почтили память героев Отечества и возложили к их могилам цветы.